Добрый вечер, уважаемое жюри. Я иду к вам. Стой. Прихопи, будь ласка, один туз. Один туз? Тому що мене таке враження, що там зворотня сторона помазана медом. Да-да-да, будь ласка. Піка! Намагнічена. Козар Піка. Моя баба казала, перед Пасхою карти до рук брати не можна. Ага. Або кину то під кухню і спалю. Вибач, дай подивлюсь. Конечно. Спеціальні, волшебні зеркала. Много зеркал, да? А можна я думаю, що вони якось намазані, розумієш? Як сувенір. Ну що ж, здравствуйте, уважаемое жюри. Игорь Васильевич, для вас я приготовил кое-что особенное. Это маркер, проверьте его. Фломастер. Фломастер. Слава, у меня есть колода карт. Все карты разные. И сейчас я их перетасую самым обыкновенным способом. Самым. Слава, прошу вас, выберите любую карту. Совершенно любую. Ладно, совершенно любую. Запомните ее. Покажите в камеру, я не подсматриваю. Отлично. Король бубновый. Ах, ты хитрец! Давайте сделаем эту карту уникальной. Хорошо. Вы готовы? Да, возьмите конечно. Маркер. Так ты же побачил карту. Игорь Васильевич, дайте реквизит, пожалуйста. Вы готовы? No. Да. Прошу вас, напишите здесь пин-код от вашей банковской карты. С удовольствием. 2-2. Спасибо большое. 2-2. Отлично. Только чтобы я видел, чтобы я видел. Чтобы я видел. Так, 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 что там, что там? Рик нарожня шо. Прекрасно. Ленина. Это ваш пин-код. Конечно. Надо запомнить. Итак, ваш пин-код на короле бубновом. Карта возвращается обратно в колоду. Да. Смотрите мне в глаза. Не хочу. Не хотите. Правильно. Дидё. Дидё! Шо? Скажите слово «стоп» на любой карте. Стоп! Отлично. Догадываетесь, что это за карта? Пятерка черви. Но на ней не хватает вашего автографа. Прошу вас, возьмите маркер. Так. И подпишите ее со стороны рубашки. Автограф пишет. Замечательно. Мега популярный кто? Дидё. Кто ж еще и что? Оба. Здорово. Смотрите очень внимательно. Дидё, ваша карта пятерка черви. Да фломастер еще не засох. Что там размазываешь? Слава, а у вас какая карта была? Вам напомнить? Да-да. Я забыл. Бубновый. Давайте я вам король. Напомню. Король бубновый, да? Угу. Все очень просто. На короле бубе находится ваша подпись, ваш пин-код. Сейчас на тысячу. А на пятерке черви находится ваша подпись. Сейчас я постараюсь переместить подпись с одной карты на другую. Смотрите очень внимательно. Сделайте щелчок, магический щелчок. И теперь на пятерке черви нет ничего с двух сторон. А на короле бубе с одной стороны находится ваша подпись, а с другой стороны находится ваш пин-код. Спасибо за внимание!